Ребят, меня честно достало то, что происходит в нашем мире. Сейчас вот ребята избили, просто избили нахрен людей, которые что-то там сделали с могилой Пригожина. Пригожин военный преступник. А за избиение, естественно, никто не ответит, правильно? За осквернение могилы у нас есть статья. Ребят, вы где живете? Вы в чем хотите жить? Вы в 90-е хотите вернуться? Я вот не хочу вернуться в 90-е. Мне не нравится в 90-х. Сколько можно? Что это за беспредел? Что это за абсолютно какое-то звериное общество? Вон бабки на детей бросаются сумасшедшие. Люди оскорбления пишут, клевету пишут в интернете, ничего не делают. А тут у нас получается, что вот у кого сила, тот и прав, да? То есть вот так вот. Просто пришел, избил, и нормально. Тебе знаешь, что тебе ничего не будет, потому что ты, типа, это самое, вагнеровец, да, боец. Ну какой ты нафиг боец, если ты бьешь этого самого, ну, долбоежика? Ну он долбоежик, ну блин, привлеките его к ответственности, как положенный. Или объясните ему нормально. Ну что это вот за фигня, а? То уши отрезают, то еще что-то такое. Ребят, ну, блин. Самое гадкое в этом все. Ладно, отрезают. Ладно, то есть как бы, ну, звездец как бы полный, но как бы люди всегда разные были. Самое гадкое в этом то, что это распространяется в СМИ. Сейчас вот эта газета написала, да? Вот эту клевету бабушки, которая набросилась на моих детей, распространяли по СМИ. Вот всю гадость, которую просто можно и нельзя, сейчас просто льют по СМИ и нормально. И все знают, что ничего не будет, потому что обычный человек не сможет защитить свое доброе имя, да? То есть просто беспределят, и потом еще типа так и надо. Это как в Беларуси, когда палками это самое, ну, сами понимаете, что с протестующими. Да там 80% Беларуси на улице вышло, нам сейчас сказки рассказывают, как Лукашенко честно победил. Офигеть вообще, честно победил Лукашенко. Куда деваться? Все мои родственники выходили. Все выходили, кого я знаю. Все выходили. И как паковали видели, и как били видели, и как вот это все преступления совершались видели. И как там это самое, помогали, приезжали товарищи, да? Лукашенко бы сам не справился. Ну что это за цирк, а? Ну что, мы совсем уже за гранью? Мы не будем в правовом обществе жить, да? Мы будем строить монархию, причем эту самую, деспотизм. Всем привет, заводим новых Алис. Я надеюсь, что все-таки что-то в этом мире изменится. Если человек был преступник и объявил мятеж, и об этом сказал Путин, то значит, наверное, так и есть. Если этого человека потом, может быть, он сам взорвался. Ну, хорошо, ладно. Ну, надо провести расследование. Провели расследование, взорвался, все. Вот так. Почему сейчас вот кто-то избивает кого-то за слова? Что у нас за страна? Что это за братва, которая вышла из тюрьмы и говорит, отвечай за свой базар? Ну, пусть люди отвечают, но по закону. Всем привет, заводим новых Алис.